По вопросу повестки дня о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения слово предоставляется депутату Бушуеву Николаю Александровичу. Пожалуйста. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, внесенный на рассмотрение Государственной Думы правительством Российской Федерации, прошел широкое обсуждение на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению с участием членов Комитета по социальной политике, Комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, а также профильных министерств. Кроме того, в обсуждении законопроекта приняли участие представители контрольных надзорных органов, руководители медицинских организаций и ученые. Эксперты были единодушны в оценке данного законопроекта. В полной мере соответствует приведенным ранее положениям Конституции Российской Федерации. Вот вы сформулировали фразу, что Конституция защищает интересы граждан. Во-первых, Конституция как раз-таки в данном случае целый ряд статей Конституции ограничена. Единственная статья, на которую сослались юристы, это статья, что права одних граждан не должны ограничивать права других. Но вакцинация и QR-коды защитили тех, кто идет в магазины, они уже не заболеют, они защищены. Их права никак нарушаться не будут. То есть в интересах граждан, тех, кто не обладает QR-кодами, ограничили граждан тех, кто не обладает QR-кодами. Любой непривитый человек является потенциальным источником этого заболевания. И он может заразить находящихся около него непривитых граждан по медицинским основаниям, там, не успевшим привиться и так далее. Поэтому, уж вы не извините, это касается любого гражданина, и Конституция явно стоит на стороне любого гражданина, чтобы соблюдались его права и свободы. Какие конкретно ограничения этот законопроект вводит для непривитых граждан? То есть те, у кого не будет QR-кода по тем или иным причинам. Что они не смогут сделать после введения QR-кода? Какими услугами и, не смогут пользоваться? Да? Какие товары не смогут приобрести? Какие учреждения не смогут попасть? И именно это, на мой взгляд, является причиной камнем преткновения недовольства, да, со стороны граждан. Что людей делят на две группы. У одной категории граждан, у которых есть QR-коды, будут все права и возможности, а у тех, у кого QR-кода нет, будут в этих правах поражены. На самом деле удивляет, что на любой наш вопрос мы слышим лишь ответ о том, что это лишь концепция. Ну, послушайте, мы принимаем или должны принять очень важное и ответственное решение, которая будет существовать и ограничивать или, наоборот, оберегать наших граждан на территории всей страны. Вот сегодня компетенция докладчика на самом деле возмущает. И я разделяю это возмущение своих коллег. Зачем нам докладчик, который не может ответить на вопросы? Скажите, после принятия, чем он будет наполнен? Какие ограничения будут носить этот закон? Сегодня нету окончательного формата этого закона. И вы сами прекрасно об этом знаете. Разработчик, не докладчик. Я просто представляю концепцию этого законопроекта в нашей Думе. Вот вы говорите о том, что комитет вышел с предложением рекомендовать принять. А сейчас вы говорите, что это лишь концепция. Как вы можете выносить и предлагать принять его, если на самом деле вы даже не можете рассказать о сути этого законопроекта, о тех ограничениях, которые будут наложены на наших граждан? Вы предлагаете принять концепцию, не понимая и не имея возможности донести до нас, что именно вы имеете в виду. Здесь уже внесено все, и права человека, и помощь различным предприятиям. Это есть постановление правительства по этим всем вопросам. Мы обсуждаем безопасность населения. Понимаете, безопасность населения – то, что происходит в настоящий момент. Существует простое изречение, как меня учили – на кафедре инфекционных болезней, мы или должны все переболеть, или должны все привиться. Идет обсуждение и в мире, и в России, и в Российской Федерации идет обсуждение данного вопроса. Все почему-то думают, что идет ограничение личностных свобод. Но первое, я хотел сказать только одно. Существует только одно. Санитарная, эпидемиологическая опасность и защита населения нашей страны. Давайте вернемся буквально к историческим фактам. Сегодня мой коллега Евгений Николаевич
Евгений Петрович Ковалев предоставил такие документы. 10 апреля 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР под председателем Владимира Ильича Ленина, лидера генерального первого секретаря Коммунистической партии, подписал декрет об обязательном оспопрививании. Все, кто отказывался от обязательной вакцинации, подлежали ответственности перед Народным судом. Вся статистика по заболеваниям натуральной оспы в СССР. 1919 год – 186 тысяч больных. 1925 год – 25 тысяч больных. 1929 год – 6 094 больных. 1935 год – 3177 больных. К 1936 году натуральная оспа в СССР была практически ликвидирована. Я вас искренне призываю, что нам необходимо одобрить проект федерального закона. Мы с вами, депутаты, здесь обсуждаем, некоторые наводят смуту. Нужно ли это поддерживать или не нужно? Вот мне статистика приходит по своему лечебному учреждению, где я руковожу, а вакцинация растет. И для меня это, как для врача, как для специалиста, это очень важно, это очень значимо. Это говорит о том, что сегодня ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких у населения растет с каждым днем. И для нас это очень важно. Эти меры ограничительные, которые были недавно введены, еще раз доказали. Как врач, скажу, буду настаивать и поддерживать в первую очередь все возможные методы, законы для того, чтобы сохранить здоровье и население. Население и популяцию. Мы сначала заполитизировали этот вопрос, а теперь пытаемся еще и демонизировать его, загнали себя в ловушку какую-то и не знаем теперь, как из нее выбраться. Вот я пытаюсь рассуждать простыми аналогиями. Вот смотрите, вот доктор в медицинской карте пациента делает запись. Ну, например, я не знаю, там, привит от гриппа, а в рекомендациях, например, воздержаться от сладкого. Ну, это что такое? Это что, ущемление прав граждан или это защита его здоровья? Так вот, QR-код – это есть не что иное, как получение доступной, быстрой информации о том, защищен человек от коронавирусной инфекции или нет, не раскрывая ни персональных данных, ни врачебной тайны. А теперь смотрим букву закона. Вот там написано «в случае распространения новой коронавирусной инфекции». Далее по тексту будут разработаны и внедрены мероприятия. Так вот, мероприятия будут приняты в любом случае, понимаете, вот если будет достаточно сложные, тяжелые ситуации, они будут приняты. Да, при наличии QR-кода последствия для экономики и граждан они будут минимизированы, потому что мы можем сказать, защищенных людей сохранить их там права и эти ограничения в отношении них не вводить. А те, кто принял для себя решение подвергнуть риску своему здоровью и заболеть коронавирусом, значит, соответственно, их защитить. Я вам напомню, что когда коронавирусная инфекция только начиналась, то останавливались целые предприятия. Мы там стояли по несколько недель, платили зарплаты. Вообще была полная остановка всех процессов кооперации там и так далее. Но не хочется просто возвращаться к этому периоду. Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. Постановление принимается в целом. Проект федерального закона поддерживается.